просто не материться, ну как пойдет. Как пойдет, будем материться, будем ставить, значит, возрастную категорию 18+, плюс 18. Так, что, готов нажимать? Все, готов. Да, вот. О, опять эти, не? Нет, другие, что? Митсубо, Volkswagen. Поеду на Volkswagen. Хаммер, я на ровере поеду. На желтом. А у меня Торек получается, наверное, да? Да, вот это Торек. Ну давай, попробуем. У тебя рука-то уже набита, ты тут, наверное, меня обгонишь. Да не знаю, не знаю. Как пойдет. Пойдет. О, нормальный такой Торек. А ты не катался на Тореге? Не. Так, кто первый-то едет? Ты первый? Я? Ты, наверное. Я, наверное. Да, он газует, аж качается. Блин, я и дорогу даже не вижу, стою. Все, поехал. Вот черт побери, вот этот трактор. Тяжелый. Вау, опять эта же дорога, что ли, ё-моё. Да вроде другая должна быть. Да этот, по-моему, по горам вот, которая была. Она может потом в другую уйти. Блин, трубу цепанул. Сейчас размотаю этого Туарега. Я тут на повороте, е-мое. Может, правда, ну. Ух, как. И что-то как-то туго так разгоняется он. Так, не пугайся, тяжело вес. Вай. Чуть берёз не вошёл. По узеньким дорожкам вообще, наверное, не просто. Блин, я тут, Паша, все потерял время, наверное. С этими столбами. Вот, и в отрыв тоже ушал. Опять этот злой поворот, ё-моё. Я все время на нем вылетаю. Чуть не ушел. Походу, ты меня сделал. Походу. Блин, Туарек вообще... Вообще неуправляемый драндулет. Да, далеко ты там уж не стал. Да не так уж далеко. Да е-мое, давай, давай. Ай-яй-яй, зайдем. Да, на них потяжелее. Да вообще такие тугоуправляемые грандульки. Что там уже все приехал? Ну, нет, что подъезжает. Блин, я шкварю уже как могу, не могу. Да, точно тебя не догоню. Тренит трактор. Уже приехал? Да. Ну, наверное, ты меня сделал. Здесь, да. На 4 секунды. Да. Смотри-ка. Да, езда по горам. Я же говорю, что это, которая последняя вот была. Оно, наверное, сейчас шиворот на вырот пойдет. Задом наперед? Ага. Дела. Да, Туарек-то вообще чуть ни хрена не едет.
О, день. Может, по-сухому я тебя сделаю? Будем надеяться. Вид с маяка. Ну да, как бы тут надо попробовать, какие машины, как вообще себя как идут. Ну да. Давай, наваливай. Ну, конечно, управление, да, не то, что вот на вот, который мы последний раз ездили, вот эти. О-о-о-о-о-о, нифига себе. Первый поворот вообще злой. Ну да, как бы тут куски от трассы одни и те же, блин. На, это, короче, то есть на одной местности просто по-другому проложено. Они, то есть, пересекаются между собой. Оп-оп-оп, бочком-бочком. Дорог что-то вообще не едет. Да мне вообще не говори, какой-то, блин. Какой-то немцы меня... Меркель меня подставила. Хотя я без косяков вообще иду. Ха-ха! Да. Сделал! Отбил я у тебя секундочку. Вот так вот. Видишь, уже осталось тут у меня маленечко. Две с копейками. Две с копейками отбить еще. Да. О, открыто еще достижение какое-то. Трофи. Еще три этапа. Ну да, еще все можно просрать, еще можно все тут. Да. Опять дождь, да елки-палки. Опять дожди. Давай, туарек. Сейчас я тебя должен догнать по-любому. Даже обогнать. Даже так. Ой, тут тоже опять что-то какие-то завороты, повороты. Да, что-то я на поворотах тут теряю много на этом туареге. Давай. О, черт, протабанил. Блин, карту не поглядел. Не подготовился к повороту. Ай, развернула меня, ё-моё. Это зря. Да я так уже и понял. Ты только об этом и мечтаешь, наверное, да? Да. Ошибочка получилась. Да елки-палки, бегом, бегом. Как так? Ё-моё. У меня есть шанс. Да. Причем неплохой. Я безошибочно тут пытаюсь чесать. Давай, туарек, давай. Все, я заканчиваю. Так, ух ты, какой у тебя желтый он, цыпленок такой. Что-то у тебя задняя часть как-то подмята слегка. Я там вообще его кидануло, блин. Наверное, отыграл я все-таки у тебя сейчас пару секундочек-то.
Оп, оп. Как раз пары вышло. Да, вышло побольше. Побольше. Считай, 3, да, 5, 7 секунд я у тебя выбил. 7, о, 6 секунд ты продул. Нифига себе. Продул. Вообще, вот меня развернул, а. Обалдеть. Так, победа будет за нами. Так. Сколько там еще? 2 осталось дороги? Еще 2, да. Ну, опять, наверное, эти по горам, да? Не? Нет, горизонт он называется. А, ну, с той же степи. Ну да, как бы народу побольше-то тут повеселее будет. Но тут и выигрывать будет сложнее, как бы соревновательный момент. Черт, это да, какая-то трасса задом наперед, кстати. Ой-ой-ой-ой-ой. Черт побери. Солому воткнулся этот слегонца. Ох ты, я смотрю, ты меня догоняешь вот там. Кто-то, я думаю, ты... Блин, это тоже врезался, ну ё-моё. Притих такой, знаешь. Чуть в столба не вошел, ёлы-палы. Ай, все, короче, опять еще. Воду. Не дадим Паше догнать нас. О, финиш. Я приехал. А, ну звук другой у ровера. Опа. Блин, столба поймал дерево. Сено воткнулся. Да, все, в хлам. На финиш. Ну ща починят что. Всё. О, на 10 секунд минута. Я тебя уже сделал. Уже минута. Это не секунду, это секунды, по-моему. А, ну у тебя 7.54, а у меня 8.56. Уже минута. О, опять дождь. Все, пятый из пяти, езда по горам. Опять ливень. Давай, маши флажком, чувак, стоишь там. Оп. Вау, опять этот вредный трамплин. Тормози, ё-моё. Ух, ё-моё. Завороты, повороты. Блин, он так с этих с маленьких оборотов так берет долго. Зараза. Ну, снизу тяжело берет. Вау. Давай. Ходу. Черт побери, меня тут закрутило, елки-палки.
Да ё-моё! Опять этот поворот, ё-моё, опять я на нём вылетаю. Все время на нём как-то время теряю. Что-то подпросрал поворот. Ой, догонять потихоньку начинаю. Не, нифига не догоню. Тут по серпантину пошел. Вот я только захожу на него. Все, я уже на выходе. Все отличненько. Что-то где-то рядом. 2 секунды. Да. В итоге. В итоге на 2 минуты разница. Отличненько вообще. Это тебе еще можно было приехать, да, перед финишем покурить, постоять. Сел, доехал. Ну да. О, 6 синенько, это репутация или уровень? Раскраску что-то дали. Еще что-то дали. Шкода какая-то разблокирована. Школа. Дали. Что, поменяем трасс? Так, F9. Все.